Инициаторами субботника стали сами ученики. Они захотели, чтобы их родное село стало чище и ярче. На субботник вышло более 100 старшеклассников и 23 педагога. Таким образом, сельчане поддержали хартию жителей курорта «Я люблю Сочи». За несколько часов участники акции навели порядок рядом со школой, подмели центральную улицу Владимировскую. Собрали мусор, лежавший на обочинах, покрасили автобусную остановку и почистили ливневки. А среди прочего оказали посильную помощь ветерану труда, учителю русского языка и литературы Римме Аванесян, проработавшей в сельской школе больше 40 лет. Мы когда начали проводить эту акцию, сельчане сами уже вышли и присоединялись к этой акции. То есть сами смотрели недостатки, какие есть, и начали очищать свою территорию. Мы будем продолжать эту работу ежемесячно, помогать одиноким людям, которые проживают на территории нашего села. Инициативу школьников поддержали и жители села Черешня, которые также убрали свои придомовые территории. Тем временем школьники готовятся к новой акции. Учащиеся готовят праздничный концерт ко Дню Матери, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье.